С 13 по 24 марта на территории областного центра проводится первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», сообщают в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверку значимой информации. Жители Самары могут сообщить о фактах нарушений законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах по телефону 373-76-40. 10 марта в Самарском дворце ветеранов состоялась очередная встреча в рамках проекта «Спорт – это жизнь», говорится в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Команда ветеранов города сыграла в шашки и настольные спортивные адаптивные игры. Собравшимся удалось пообщаться с единомышленниками и зарядиться позитивом на все выходные. Желающих принять участие в играх приглашают во дворец ветеранов каждую пятницу в 12 часов. Справки по телефону 261-56-66. Как получить выплату на приобретение и установку автономных пожарных извещателей, рассказывают в телеграм-канале промышленного района. За выплатами могут обратиться многодетные семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет. Семьи, которые находятся в социально опасном положении или признаны таковыми по постановлению комиссии ПДН. Граждане, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для оформления выплаты необходимы копии документов, удостоверяющие личность каждого члена семьи, копия документа, подтверждающая право усыновителя на ребенка, копия договора на установку пожарных извещателей, СНИЛС, платежки о возможных затратах на установку, реквизиты банка для зачисления средств. Выплата предоставляется однократно. Ее размер не превышает 3000 рублей. Можно ли перевести ребенка в другую школу в середине учебного года, рассказывает в телеграм-канале Красноглинского района Самары. Перевести ребенка из одной школы в другую можно в любое время. Надо отчислиться из старой и подать заявление в новую. Для перевода нужно выбрать школу и узнать о наличии свободных мест. Это можно сделать при помощи сайта, телефона, либо узнать у директора учебного заведения лично. Если мест нет, то в местном отделе образования предложат другие варианты. В этом случае необходимо подать заявление об отчислении в прежнюю школу и забрать документы. Личное дело, табель успеваемости, медкарту. К заявлению нужно приложить справку подтверждения. Если переезжаете и не определились со школой, укажите населенный пункт. Затем принесите документы в новую школу и напишите заявление на зачисление.